Здравствуйте, ребята. Я у Женьки, наш друг. Это находится Кода. Мы в Коде, да. Здесь он живет. И вы посмотрите, у него голубятня какая. Сейчас здесь в данный момент очень сильно хищники бьют. И у него такие голуби, если выпустить, они самостоятельно взлетают, улетают на свечки. Потому мы их не будем выпускать. Итак, торопимся. Зайду и в отсеках сниму для вас голубей. Вот с большими лохмами здесь, да, голуби здесь белые, основная здесь лохмоногие белые грыгуны. Посмотрите, с какими лохмами. Человек корпусных голубей любит. Есть здесь босоногие, есть здесь цыгане по-нашему. Мраморный, но голуби здесь отличные. Вот когда-то вот эта лимонка у меня сидела, молодой когда был. Посади. Босяк старой породы, голова у него, посмотрите. С хорошей игрой магазин. Говорит, брат, говори, ты же по-русски хорошо говоришь. С хорошей игрой все отлично у него. Да, обычно говорят мне вот с такими глазами, когда у голода веки не видно, я очень люблю такую птицу. Хочет позыривать. Красавец. Сейчас я всем покажу, потом отборная птица, ребята, у него здесь сидят. Есть у него несколько отсеков, которых я вам показывал. По очереди будем снимать. Подожди, блин, я вот здесь встану и кормлю. Не голодные, вот внизу у них синица насыпана и не спускается. А то когда голуби голодные, они разом. Не надо, не спускайся, на место с ним. Женя, вот этого мраморного поймать цыгана вот внизу. Черный цыган, мы его называем. Видите, ребята, мраморный.
по-нашему цыган. Когда она в возрасте входит и стареет, каждым годом все черным и черным становится. Ну, чернеет. Если шоколадный, он тогда становится шоколадным. Вот, например, я сейчас вам мраморного покажу. Вот это тоже почернеет, когда в годах пойдет. Устал, пока мы за него гонялись, поймали. Не российская порода, наша местная. Местная что? Порода, да. Русский даромьер. А ну запусти. Да, бригун. Это тоже самка. Если дали, да? Ага. Самочка. Впереди руку убери, чтобы хорошо было видно. Вот так вот покажем. Да, и пусть. Тоже бригун. Дай мне здесь. Это старая порода самец с игрой. Не бригун, ничего. Да, без игры, да? Без игры наш. Часто в руки не держишь, и они не поддаются. Пойдем в другой отсек. Вот здесь тоже у человека мраморный. С длинным носом. Да, с длинными носами, лохматый. И вот пару сачей имеет, ребята. Говорит, что... С очень... хорошей игрой. Да, с хорошей игрой. То, что ты хотел сказать. Женя, вот это что за голуби, что за цвета? Парочка у тебя. Да, это молодые, вот их. А, да, молодые, но история какая. Это мраморных или откуда они? Нет, это сами такого мышиного цвета. А, они так называются. Так называют. Мышини, да? Мышини, да, они с хорошей игрой. Очень хорошо. Мощный самец, ребята, вот это, я не знаю, как сейчас камера будет передавать, но этот самец что-то, такой он здоровый. И молодой, ему еще 5 месяцев, наверное, самец больше. Да, такими цветами он станет, да, очень сильный, красивый будет очень. Есть у него, ребята, туркменский агран. Это самочка, да? Самка, да. Самочка. Самца не имеет. Это черные наши. Декоративные. Да. Они не декоративные, летная игра. Летная игра. Вот самочка тоже сверху. Вон она, самочка тоже. Снимем самку тоже. Хороший лед, да, так вот. А это второй тоже, да? Где это басяки? А, вот там в углу полетело. Пойдем в другой отсек еще. Еще один отсек у него. Ребята, вот здесь у него интересная птица. Лимони у него босоногие. Ну, есть у него пар три, наверное. Говорит, лед игра здесь тоже сильная. Есть у него парочка
носочуби, босяки, босоногие. С хорошим лёд и кровью. Да, это не наша птица, но имеем тоже. И есть российские цыгане, шейки. А, как мне сказали, вот они. Обычно говорят, что это армянский. Ну, с России привели, но эти голуби, ну, мы не будем вмешиваться. Бакинцы тоже говорят, что это наша птица, ну, они пусть сами разберутся. Это не птицов на... они дают разных. Да, наши. Как разных? И с мраморными шеями дают. И с мраморными шеями, и с черными шеями дают. Ага, разные дают. Ну, в этих голубях обычно так и бывает, да. Разные они отдают. Молоко с красной шеей. Да, с красными отдали. Мраморные шеи отдали, да, с красными. С красными. Молодоченко. Хороший. Вот молодые. Я не ожидал, если честно говорить. Вот. Молодые лимоны. С красивыми подсветками. Красавчики, все таких дают. Пойдем главный отсек еще снимем и закончим. Нет. Главный отсек здесь, потому я сюда опять перешел. Здесь то, что голуби. Женя скоро 40 лет, ему сказал, с 13 лет голубей держу. Ну что, ребята, снял? Еще сейчас повторю. А, там тоже снимем. Очень хорошо. Это вообще, что за голуби у тебя там? Там павлины есть. И? Сизограны есть. Ага, сизограны, павлины посмотрим. Еще. Ну тогда еще не заканчиваем. Параллельно, ребята, наш Женя охотник, как и я. Сейчас в одном месте собираемся поехать на днях на охоту тоже. И у него дополнительный вот здесь маленькая голубятня со своим маленьким вольерчиком. Сейчас я зайду и сниму тоже. Немного у него голубей, но
Да. Чубатый лимоночка. Самочка отличным чубом, отличным. Да, павлини здесь. Сизограни. Вот этот сизолысый, да, у тебя один? Или пара там? Пара, это я и сердце. А, один у него там сидит. Как хочешь, я их сюда выгоню, красивее будет. Можно. Ребята, эстонка какой любопытный, посмотрите, как на голове смотрит. Если охоты. Ребята, всем пока, до свидания. Один шейка вылетел. Я думал, закончили, а оказывается, у него здесь тоже есть головы. Павлин, посмотрите, какой интересный цвет. Чтобы не вылетели, спасибо. Бабочка. Вот это, да? Да, Николай. Самец или самка? Самец. Мой друг недавно поймал вот точно такого. Но тот тоже самец. Вот брата вот сюда. Что там большой. А. На этой ноте заканчиваем, ребята. Всем пока. До свидания. Всем здоровья.